Доброе утро! Сегодня у нас волнующая модная тема, которая понравится женщинам и взбодрит мужчин. О модных декольте сегодня и поговорим. Слово «декольте» в переводе с французского означает «с отсеченной шеей». Несмотря на жуткий перевод, это глубокий вырез в женской одежде, отчасти открывающий грудь и плечи. Этим верным оружием дамы виртуозно владели еще со времен готики. А в эпоху Возрождения и Леонардо да Винчи, и Рафаэль Санти сохранили для нас на своих полотнах самые модные дамские наряды того времени. И все они были с неизменным декольте. Русский народный костюм также выделялся эффектным оформлением горловины. Мы можем об этом судить по портрету крестьянки Московской губернии, написанном Иваном Петровичем Аргуновым. Во времена испанской моды большой поклонницей квадратного декольте слыла английская королева Елизавета I. Дамы ценили декольте и во времена барокко, и в эпоху ампира. А самое известное петербургское декольте запечатлел в своей акварели Александр Павлович Брюлов, изобразив Наталью Николаевну Гончарову, жену и музу великого поэта. Культовая французская актриса Жанна Моро как-то сказала: «Декольте – это искусство быть раздетой ровно настолько, чтобы еще считаться одетой». Современное декольте различается по форме: горизонтальное, V-образное, круглое, трапециевидное, на одно плечо, дугообразное, фигурное и асимметричное. Самые эффектные вырезы дизайнеры предлагают на романтических блузах, на минималистичных боди, свободных комбинезонах и даже демисезонных пальто. Особенно привлекает наше внимание декольтированное платье смоук, гламурное, словно из нулевых, длинные вечерние и эффектные коктейльные, напоминающие платье великого Кристобаля Балентиаги. Особенность этой модной тенденции – классический брючный костюм с декольте, спортивный комплект с глубоким вырезом, модный лук в стиле рок с открытыми плечами и даже повседневный образ, и тот сильно декольтирован. Красиво оформленная линия выреза выгодно будет смотреться в изделиях из пушистого меха, натуральной кожи, трикотажного бархата, шелковой тафты, сырого денима, блестящего латекса, ажурного гипюра и сверкающей ткани в пайетках. Точно выверенную линию декольте расшивают перьями, отделывают мехом, декорируют узлами и создают с помощью очень объемных бретелей. Этой осенью декольте может выглядеть по-разному. Например, из-под четко оформленного выреза может кокетливо выглядывать кружевное белье. Двубортный клетчатый жакет без воротника рекомендуют надеть с галстуком и рубашкой, подчеркивая неофициальность образа. Или иронично имитировать линию декольте на объемном утепленном пальто, тем самым демонстрируя, что вы в тренде. Самый дельный совет о декольте нам оставила принцесса Диана. Если вырез на вашей одежде глубок, а вы не хотите попасть в неловкую ситуацию при выходе из автомобиля, возьмите в руку небольшой клатч. Так вы сможете по своему усмотрению регулировать откровенность своего наряда в официальной обстановке. А если вы надели декольтированный наряд для веселья и удовольствия, наслаждайтесь моментом. Успехов вам!